Стоит постоянный ассортимент магазина швабры, мопы. К ним появились вот такие новые коврики антискользящие. Они были по 99, сейчас 199, но они намного потолще. И такие у них цветочки более выкупают. Такие вот совсем пластмассовые коврики. Корзины для белья присутствуют как из баллони, так и из ткани разных цветов. Вот такие мягкие пушистые коврики появились, большие, поменьше. Вот такой легенький за 77 рублей. Мне дочь купила за 99 в каком-то магазине. Я говорю, ай-яй-яй, нужно посещать фикс прайс. Вот такие сушилки, полки для обуви. Это супер-пресупер новинка. Нам некуда ставить, а вы обратите внимание. Новиночка появилась. Такие пледики двухсторонние. С одной стороны флис пушистенький, с другой такой, как типа искусственный мех. Но вот эти пледики более-менее по качеству получше и тепленькие. Если кто шить не умеет, почему бы и не прикупить за такую цену. В ассортименте присутствует осенний декор, всевозможные наклейки, вот такие новые наклеечки 3D трех цветов, всевозможные другие наклеечки, камушки, бантики всякие, все для праздника. Вот такой шар гирлянда. Доброго вам всем денечка, мои дорогие уважаемые подписчики. Очень вас всех рада приветствовать на своем канале. Канал Жанна Ёлка, меня зовут Жанна. Кто не знаком, очень приятно познакомиться. Заходите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, на одноклассники, на контакт. Заходите и, пожалуйста, делитесь в соцсетях. Забываю про это говорить, все девчонки говорят, я тоже делюсь все время. Так что, мои дорогие, обещаю исправиться, ладно, долго болтать не буду. Как всегда же мне некогда. Так, новинок очень много привезли. Ну, не сказать, что там много, но есть очень много интересных новинок. В начале видео, как всегда, поставлю немножечко полочек, а в следующем видео побольше полочек еще сниму. Потому что вот забегала тут на днях, видите, стоят велосипедики. У нас же их не было, Юлечка. И вас, спасибо тебе, еще раз такой канал есть. Она мне присылала эти велосипедики. Вот. Но дело в том, что они у нас не было. Мы привозили их, но разобрали. Тут захожу, ну, просто поснимать полочки, посмотреть, может, что-то там. Раз, смотрю, стоят 5 штук. 2 зеленых, 3 зеленых было, и 2 вот таких белых, конечно же, не было. Ну, взяла. У меня вот такой есть. Не буду красить. Красить все равно так не получается, конечно. Оставлю вот себе такой. У меня розовая спальня как бы подходит. Не такой цвет приятный, мне нравится такой. Он такой не то, что розовый, как-то такой персико-розовый, какой-то такой нежно-розовый такой, короче. И на персиковый не похож, в общем, не важно. Красивый цвет такой приятный, хотя и мне и голубой нравится, зеленый цвет я не очень люблю. Люблю в зелени, в траве, вот все лето зелень люблю, цветы зелени люблю, в интерьере зелень вообще не люблю, в одежде, хотя у меня есть сейчас мятное платье с Эйвана. И зеленая такая подруга Иришка, привет, кофту подарила мне, ношу с удовольствием, что она очень теплая.
Хотя люди говорят, что мне идет, но мне не очень нравится. В общем, это не новинка, но не знаю, может, забегите, может, у вас то ли либо они их выбросили, остатки, может, себе оставляли, то ли на уборку на складе делали, может быть, опять привозили. Вот, они немножко вот тут кое-где с дефектом были, видите, может быть, они их себе оставляли, да, выставили. Вот тут вот немножко не запаяно, но это не суть важно, это тут все так вот сделано, поэтому как бы незаметно будет. И вот тут уже ручка ободрана, но вот этот я точно буду перекрашивать. Взяла себе вот этот, чтобы два у меня было розовых. Один я уже белый покрасила, вот не знаю, один оставлю белый. Это точно взяла на подарок. Скоро не успеешь обернуться Новый год. Мне там девочка одна любит тоже такое все. Если что, ей подарю. Здесь вот немножко неаккуратно. Но 99 рублей, это вообще дешево. Я все давно эти велосипедики хотела. На велосипеде кожурный что-то. Ну, он у меня в два раза больше, конечно, стоит что-то 250 рублей. Но, в принципе, недорого и нормально. 99. Просто у нас тем более, что еще таких магазинов нету, знаете, я вам говорила. Интересно, где, чтобы декорации продавали. Вот, в общем, я их купила. Зашла за очередной раз за прекрасным. Вот, пишет декоративный без НДС. А что декоративный? Декоративная П, подставка. Да. Вот, 198 рублей. Вот, начислили мне тут баллы. У меня тут что-то не показывало, сколько у меня баллов. Я их купила. Перед этим я заходила, если не могу показать. Можешь показывать, девчонки, извиняюсь. Но, по-моему, нет. Это еще, знаете, было в сентябре. Ну, понятно, что в сентябре, сейчас у нас тоже сентябрь, 10 сентября, девочки, было, видите, ценник идет, 99 рублей, пока же она, я вам все говорила, думала, гадала, всех разобрали, нету ни динозавриков, ни этих, потому что 99 рублей, у нас есть чуть-чуть побольше, и они уже идут, по-моему, 199, если я не ошибаюсь, эти солнышки, по-моему, месяцы, или тоже они 99, ну, короче, взяла, вообще, уже бы светильники, вот уже чуть побольше, уже все по 199 идет, думаю, взяла, тем более он такой, знаете, как бы не пластмассовый. Если он подригорит, потом можно его просто перекрасить, какой-то сделать, можно на елочку. Ну, в общем, такой единорожка. Как бы у меня сильно единорожек нет, у меня уже чего только нету, и слоник, и фламинго. Ну, взяла. Колдует Жанна внуков, хочет внуков. Вот, потом день не будет, на пенсии буду, пока внуков дожились, уже, наверное, на пенсию пойду. И как раз у меня будут всякие штучки, игрушки. Вот так он, конечно, горит. Проверяйте сразу. Девчонки писали, что вот тут такая штучка, ее прямо в магазине можно выдернуть, и он будет гореть. У многих бывает иногда вот эта штука не отключается. У меня все нормально. Батарейки идут в комплекте. Ну, потом это я просто использую, просто как игрушку, зверюшку, декорацию. Ну, не могла, девчонки, удержаться. Такой миленький, такой прелестненький. Ну, прям так довольно хорошо светит. У меня же рыбка. Я вот так включу ее, и она у меня горит. Перегорит, потом уберу его, буду другой какой-то пользоваться. Вот такой они были упаковки. Может быть, еще их привезу повторять. Не знаю, раз разобрали, потому что вот светильники же, за светильниками гонялись все, за фламинго, за вот этими всякими. Сейчас, конечно, привезли другие формы. Их вот никто не берет. Надеюсь, что их больше не повторят, они до сих пор стоят. А вот эти фламинги, кактусы до сих пор пользуются спросом. Значит, нужно их повторять, может быть, и эти повторят. Быстро информацию прочитаю. Светильник, ночник светодиодный. 3 батарейки RG10 в комплекте. Так, срок потоков 12 люмен, мощность 0,6. Батарейки 3 умножить на 1,5 вольта. 1,5 вольта. Так, все понятно. В общем, с этим чего не будем долго заморачиваться. Пусть тоже тут стоит. Нас радует красавчик такой. Вот такой глазастенький, хорошенький. Так, что еще зашла, поменяла вчера. Так, светильник-ночник я уже вам показала, да, 99 рублей. Вот от ланчбокса у меня уже нету, где-то на Рогоманке купила ланчбокс вчера, поменяла баллы. У меня 100 баллов, там даже уже 100 с лишним, вот сейчас 35 списали. Говорит, давайте 27 баллов, а 50 вы заплатите. Я говорю, я специально списываю баллы с маленьких покупок, вот, все им бы сдачу. Я говорю, да я вам дам мелочи, не волнуйтесь, сколько скажете. Вот она сказала мне, 38 списала, ой, 37,50 она взяла, чтобы мелочи не было. 38 ровно мне типа дайте. Ну вот я ей дала специально. Прямо продавцы с этой мелочи. Так, я вот специально тоже, правда, конечно, хожу, меняю, на мороженое меняла. Здесь мне так мелочи не надо. У нас хитрость по 999 рублей, по 2900, по 1900. И вот людям приходится сдавать дачу по рублю. Рублики тоже коплю. Ход это такой маркетинговый, что когда 1999, уже не 2, кажется. Хотя это все ерунда, конечно. Вот такой ланчбокс. Долго думала, смотрю, один синенький остался. У меня, конечно, тут все на кухне розово-голубое. Ой, розово-оранжево-красное. Но захотела вот такой, потому что были, по-моему, ярко-малиновые. Но что-то такой приторный цвет я не захотела. Решила взять голубой. Зеленый, знаете, тоже я не очень люблю. Хотя такой, говорят, позитивный цвет. Ну вот взяла.
Не совсем он, конечно, мне нравится. Вот сюда еды много не положишь. Вот здесь гусеничную секцию сделали под салатик или под что-то. Или вот соус я люблю наливать. Опять же, если я буду греть, например, я беру лапшу с котлетой, то я же не буду греть с кетчупом. Придется мне его все равно отдельно. Это, я думаю, больше, вы знаете, для сухих перекусов, кто на правильном питании. Но вот эта мне штука очень понравилась. Сюда я положу хлебушек, а то я беру вот эту штуку, пакет, туда хлеб, потом там крошки. Сюда, например, положу хлебушек, сюда положу... Например, рожки, сюда котлетку, чтобы, например, там не смешивалось. Сюда, может, там кусочек маслицы, иногда с маслом беру рожки, там, чтобы помаленько они помягче были на работе, потому что уже засохнут, уже они не такие вкусные. Ну, не знаю, не скажу, что супер-пупер покупка, 77 рублей цена. Но нормальный контейнер хорошего качества, они так и стоят. 1,3, он тем более такой вместительный. Все тут присутствуют знаки, что он пищевой, что для посудомойки подходит и для разогревания, и для заморозки. Так что вот тут вот ножички такие даже, ну такой довольно добротный. Вот эти защелки меня на всех таких контейнерах, конечно, смущают. У меня нет вот таких контейнеров с защелками. Это, кстати, был один круглый с Фикспрайсе, но я его, походу, у товарища забыла, потому что вот не могу найти. Еще не могу найти до сих пор толкушку и скалку. Но, девочки, вот скалки, кстати, в Галамарте по 77, но совсем маленькие. Может, такая-нибудь акция будет, я вот маленькую, наверное, возьму. Зачем мне большая за 199? Дороговато, конечно, вот скалка 199 рублей, это очень дорого. Сделали бы ее чуть поменьше, там, хотя бы рублей бы за 100, за 99, я бы взяла. Такая огромная, во-первых, она места будет много занимать, не так часто, что там что-то раскатываешь. Так что вот информация. Сделана в России, не содержит бисфенол А. Это вот сейчас вредно, это бисфенол, везде про него пишут. Состав полипропилен. Универсальный контейнер. Так что вот, купите, кому еще надо. Также купила, заходила ватные диски. Я захожу периодически, что-то там покупаю, что мне нужно. По 100 штук, кстати, девочки уже начала, открыла их. Выгодно покупать. Хотела купить про запас, а в итоге у меня, оказывается, уже и кончились. Прямо вовремя купила, надо еще одни взять. По 100 штук брать выгодно. 26 рублей получается. Получается 53 рубля 200 штук. А так мы берем 120. Так что вот такое внимание очень обратите. Давно сейчас быстро отвлекусь. Вот такой чай с травами. Кто с Хакасии, с Красноярского края, в Командоре делает такой чай согревающий с корицей. Очень интересный. Зеленый имбирь, апельсиновый центр, кадрамон, коровяк, чебрец. Вот сейчас вот там уже его чуть-чуть чебреца. Скоро же такой сезон, что кашлять начнете или что-то. И вот чебрец очень полезная травка для кашля. Также у нас в Хакасии крышки. Были в других магазинах по акции. Жена проворонила. Получается 20 крышек, 50 рублей. Очень выгодно. Так они от 90 и выше. Даже были по 80 рублей в батоне в дискаунте. Это самый дешевый у нас. Ну, взяла себе несколько. Бывает где-то что-то кто-то отдает. Крышки плохо бывает. Где-то открывается, ржавеет, заменить. И хочу брату половину отдать. А то он бывает мне часто что-нибудь приносит. Вот такое из консервации. Вот, а я крышки эти бывают и забываюсь, выбрасываю, надо будет ему дать. А то вот, увидела, захотела. Ну и мне надо такие крышки, бывает нужно, что не бывает, вот дают, а потом закрыть, открыть, и нету крышек. Что-то вот хватило, все ржавые, или муж товарища позабывал. Так что обратите тоже внимание. Ну еще на отвлеченную тему, вот такой шоколадки хочу себе купила, вкусная Милка. Если кто-то не пробовал, девочки, обязательно попробуйте. Я с кокосом первый раз. Посмотрите, какой там кокос. Прям вкусненький. Но он не такой, как Баунти, но он там еще с каким-то, видимо, идет с кремушком. Но прям очень вкусный, конечно, приторно-сладкий. Прям на нем вкусный. Вот. И вот такой шоколад с печеньки. Печеньки они уже ели. Ну, вкусно, но как-то меня не впечатлило. Единственное, что вот на работе как перекус. Вроде как и сладкого поел, и печеньку. Просто такое необычное сочетание, ну, как и для моих зубок, немножко твердовато. С кокосом теперь это будет моя любовь. Так что, кто не ел такие шоколадки, обязательно попробуйте. Ну, на такой сладкой теме заканчиваю видео. Новый маникюрчик мой сделала. Не могу никак еще сделать побледнее. Еще никак не хочется. Девчонки на работе говорят, у тебя еще лето. Я говорю, у меня море. Пока-пока. До новых встреч. Ваша Жанна. Пока-пока.